Всем привет, друзья! В этом аквариуме плавают разные скалярии. Обычно я рыбок сажаю в небольшой аквариум специально для съемки, чтобы можно было их хорошо рассмотреть. Но этих товарищей сачок не повернулся, что называется, высадить в маленький объем. Не влезают они туда. До продажи они плавают в этом аквариуме. Нельзя назвать его травником. Правильный свет, грунт, подача углекислоты и внесение удобрений не позволяют считать аквариум травником, потому что в нем аквариумные растения просто передерживаются до продажи. Там плавают мои какие-то старенькие рыбки, всякие тернецы, наверху живородки Malinesia salvatoris, это дикие Malinesia. И сюда пришлось определить крупных скаляриков, потому что в других аквариумах им было бы совсем тяжело. Им и здесь, безусловно, очень тесно, но надеюсь, что их количество постепенно уменьшится, как и количество травушек. Здесь мы видим 4 разных вида скалярий. Здесь мы видим скалярий пиной, практически взрослые, молодые рыбы. Слева они с вертикальными полосами и таким изумрудным отливом. В зависимости от освещения он то синий, то зеленоватый. Производная от скалярия пиной – это скалярий клоун. У них разные пятна по телу, разные формы. Мне клоуны очень нравятся. Они бывают светлее, бывают темнее. И несколько хвостов здесь совсем темных пиноев плавают. Черных скалярий очень тяжело поближе поснимать, рассмотреть. Но, конечно, темные смотрятся интересно. Еще здесь плавают 2-3 скалярика мрамор, тоже уже насыщенного темного окраса с металлическим оттенком. Очень многие ищут именно темных пиноев или пиной дак, но таких действительно встречается мало. Хорошая откормленная рыба с высокими плавниками. Собрались у переднего стекла. Почему-то они решили, что я их буду кормить. Очень ждут кормежки. Высажены сюда рыбки буквально пару дней назад, поэтому еще не очень освоились. Но выучили место, откуда прилетает корм, поэтому в ожидании. Немного уже между собой выясняют отношения. Это можно объяснить и стрессом на новом месте, ну и такое поведение вообще свойственно скаляриям. Великолепные рыбы для большого высокого аквариума. Здесь аквариум, как мне казалось, совсем не маленький, но, конечно, здесь им тесно. Буду ждать, когда они уедут в нормальные просторные условия.